сути дела, это флешмоб, посвященный безопасности дорожного движения. Студенты привлекают внимание водителей и пешеходов к проблеме безопасности пешеходов в Тюмени. Зонтики, потому что сейчас у нас пора дождей, потому что слякотно, и потому что из-за этих зонтиков пешеходы зачастую попадают под колеса автомобиля. Ну, а красного цвета – это, как всегда, сигнал тревоги, сигнал привлечения внимания. В этом году на дорогах области у нас погибли по своей вине уже 22 пешехода, около 200 человек получили травмы. Это немного меньше, чем в прошлом году, но все равно очень много.